многие задают вопросы, можете ли вы открывать кузнечные элементы на заказ? Павел Григорьевич, у нас, как всегда, есть ответ. Мы можем все, пожалуйста. Да. Если у вас нет возможности, ну, открывать это все, то мы можем это вам открывать, какие-то элементы. Допустим, давай вот с этих начнем. То есть, вот видите, куча всего, море. Ну, тут у нас как бы вот делаем какие-то элементы, и специально один, допустим, делаем себе на образец. Либо какой-то элемент красиво получился, мы его оставили просто. И показываем людям, они вживую трогают на ощупь. Вот таким образом элементная база у нас сформировалась. Или балясины кому-то надо отдельно сделать. Мы сделаем балясину, вы сделаете там у себя сборку. В общем, можно все что угодно. Да, по любым эскизам, можем сами, можем по вашим эскизам что-то сделать. Да, то есть там фактура, это все оговаривается. То есть вы нам прислали, там мы все посчитаем, вам все сделаем. То есть видите, вот там листья, надо листики, будут листики. Надо валюты, будут валюты. Надо там... Да все что угодно. Вон там, видите, это, вот это все стена. Это все можно делать. В общем, любой каприз. То есть, если кому-то надо, кто-то хочет дома вот позаниматься, там поварить, а кузницы нету. То есть, вы заказали, там сборку сами сделали, и пожалуйста, и радуйтесь жизни. Надо кому-то пики вон на забор, да пожалуйста, пики на забор. Да все что угодно. Да, Павел Григорьевич? Абсолютно верно. Хоть черта лысого. Так что как-то так. В общем, обращайтесь, мы с радостью все исполним. Любой каприз за ваши деньги. Да.